Привет, друзья. Если кому-то не устраивает мои акценты, вы можете сразу закрыть это видео. А если кому-то интересна тема этого видео, можете посмотреть до конца. Итак, куда уходит антифриз, если течи нет? Если у вас пропадает из системы охлаждения антифриз, тосол или вода, и вы вынуждены добавлять каждый день антифриз, и оно все равно уходит, с большой вероятностью у вас может быть проблемы более сложные, чем вы об этом думаете. Чтобы определить именно какая у вас проблема, в первую очередь ищем причину, не течет ли в шлангах, трубах или, например, из радиатора антифриз, или черт ее знает откуда. Антифриз иногда уходит из-за трещин, плохих соединений и разрывов. Неисправность пропадания антифриза иногда проявляется в виде подтеков на ковриках в салоне. Другие ищут пробоины в радиаторе, около помпы, пластмассах и так далее. Обязательно проверяем крышку бачка, уплотнительная резина там хорошо сидит или нет. Проверяем на холодном и на горячем двигателе, если есть утечки, капли воды и так далее. Если после многократной проверки ничего не обнаружено, это уже намек на то, что у вас пробита прокладка головки двигателя. Самая неприятная причина, по которой уходит антифриз, внутренняя разгерметизация системы охлаждения. Если вы не можете обнаружить утечку, тогда с большой вероятностью у вас пробита прокладка головки двигателя. Вспомните, не перегрели ли двигатель несколько дней или недели назад. Вспомните, не работает ли двигатель последнее время с перебоями. При такой поломке антифриз уходит в цилиндры и сгорает вместе с топливом. Если это так, тогда шансы о пробитом прокладке удваиваются. В следующем видео я покажу, как проверить, пробита ли прокладка головки двигателя. Ссылка на видео будет под этим видео.